Творожок, спелая манго, немножко вишневого варенья, сметанка, банан. Не скажу, что здесь слишком мало калорий, но и не прям слишком много. Вот это идеальное сочетание на ужин, но можно на завтрак. Но я завтракаю обычно не так. В общем, это очень вкусная вещь. Давайте поехали дальше. Расскажу вам кое-что интересное. Привет, ребята и девчата. Кто хочет нутеллу за 85 рублей? Ну вообще, Ферреро, что ты делаешь? Хлебные палочки. Цена от смерти. Так, скверик сделали здесь. Удачный. Правда, напротив проезжая часть, но кому какая разница, там фикс прайс. В общем, вот так, товарищи. Наверное, я, как и говорила или не говорила, поеду сейчас с подружкой в Майкоп. Кто хочет со мной пройтись по Майкопу, оставайтесь, в общем, со мной, не переключайтесь. Да, и вот моя сумочка из Австрии. Классная сумочка, вместительная. Мне она очень нравится, и как шита, и не пахнет. Внутри довольно вместительно. Здесь вот так, здесь тоже вот отдел. Так что можно сюда ложить все, что захочешь. Ну и все. В общем, такая вот. Супер сумочка. Мне очень нравится. Эльмин, какого там 21 июня? Солнце нартов сегодня. Магия солнца 28 апреля. Краснодарский шоу-театр премьера. Ну да, да, а да. Что это? А что еще написано? А я вообще далеко не вижу ничего. А ты поближе присядь. А он не приближает, это широкообъективный. Да. Он близко не делает. 6 часов. 6 часов, да. Ну что, ну тут перебежать что ли? Ну, а там есть где сойти у нас? Еще что-то? Да вот здесь прямо сойти и все. Побежали. Побежали. Да? Алиса, я пока она не видит. Работные амуры. Что? Да. Песни и танцы народов мира. Прикольно. Да. Женитьба Бальзаминова, кто хочет. Это где? В русском театре? А где он? Кто? Краснооктябрьская, 61. Вон там, около парка.